Боже, милости, внучка мне грешна. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царь Небесный, утешитель Дух истины, вездесущий, весь мир наполняющий, источник благ и податель жизни. Приди и вселись в нас и очисти нас от всякой скверны и спаси благие души наши. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь. Встав после сна, припадаем к стопам Твоим благи, и ангельскую песню возглашаем Тебе сильный. Свят, свят, свят Ты, Боже, молитвами Богородицы помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, с постели от сна Ты поднял меня, Господи, ум мой просвети, и сердце открой уста мои, чтобы воспевать Тебя, Святая Троица. Свят, свят, свят Ты, Боже, молитвами Богородицы помилуй нас. И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Внезапно придет судья, и деяния каждого обнаружится, со страхом воскликнув в полночь. Свят, свят, свят Ты, Боже, молитвами Богородицы помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Восстав после сна, благодарю Тебя, Святая Троица, что по великой Твоей милости и долготерпению Ты, Боже, не прогневался на меня ленивого и грешного, и не прекратил жизни моей среди беззакония моих, но оказал мне обычное то человеколюбие, поднял меня спящего, чтобы принести Тебе утреннюю молитву и прославить могущество Твое. И ныне просвети мои мысли, чтобы мне поучаться Слову Твоему, разуметь заповеди Твои, исполнять волю Твою. Я открою уста мои, чтобы прославлять Тебя в благодарном сердце, воспевать святейшее имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем к самому Христу, Царю и Богу нашему. Володя, давай читай псалтырь. Сорок шестой псалом. Восклищите руками все народы, воскликните Богу гласом радости, ибо Господь Всевышний страшен, великий Царь над всей землею. Покорил нам народы и племена под ноги наши, избрал нам наследие наше, красу Иакова, которого возлюбил. Вошел Бог при восклицаниях, Господь при звуке трубном. Пойте Богу нашему, пойте, пойте Царю нашему, пойте, ибо Бог Царь всей земли, пойте все разумно. Бог воцарился над народами, Бог воссел на святом престоле своем. Князья народов собрались к народу Бога Авраамова, ибо щиты земли Божие,
Он превознесен над ними. Велик Господь и всехвален в ограде Бога нашего, на святой горе Его. Прекрасная возвышенность, радость всей земли, гора Сион. На северной стороне ее город великого царя. Бог в жилищах его ведом, как заступник. Ибо вот сошли цари и прошли все мимо. Увидели и изумились, смутились и обратились в бегство. Страх объял их там, и мука, как у женщин в родах. Восточным ветром ты сокрушил фарсийские корабли. Как слышали мы, так и увидели в ограде Господа сил. В ограде Бога нашего Бог утвердит его навеки. Мы размышляли, Боже, о благости Твоей посреди храма Твоего. Как имя Твое, Боже, так и хвала Твоя до концов земли. Десница Твоя полна правдой. Да веселится гора Сион, да радуются дщери иудейские ради судов Твоих, Господи. Пойдите вокруг Сиона и обойдите его, пересчитайте башни его. Обратите сердце ваше к укреплениям его, рассмотрите домы его, чтобы пересказать грядущему роду. Ибо сей Бог есть Бог наш навеки и веки, Он будет вождем нашим до самой смерти. Слушайте сие все народы, внимайте сему все живущие во вселенной. И простые, и знатные, богатые, равно как бедные. Уста мои изрекут премудрость, и размышления сердца моего – знание. Преклоню ухо мое к притче, на гуслях открою загадку мою. Для чего бояться мне в одни бедствия, когда беззаконие путей моих окружит меня? Надеющийся на силы свои и хвалящийся множеством богатства своего. Человек никак не искупит брата своего и не даст Богу выкупа за него. Дорога цена искупления души их, и не будет того век, чтобы остался кто жить навсегда и не увидел могилы. Каждый видит, что и мудрый умирает, равно как и невежды, и бессмысленный погибает, и оставляет имущество свое другим. В мыслях у них, что домы их вечны, и что жилище их в рот и рот, и земли свои они называют своими именами. Но человек в чести не пребудет, он уподобится животным, которые погибают. Этот путь их есть безумие их, хотя последующие за ними одобряют мнение их. Как овец заключат их преисподнюю, смерть будет пасти их, и на утро праведники будут владычествовать над ними. Сила их истощится, могила – жилище их. Но Бог избавит душу мою от власти преисподней, когда примет меня. Не бойся, когда богатеет человек, когда слава дома его умножается. Ибо умирая не возьмет ничего, не пойдет за ним слава его. Хотя при жизни он ублажает душу свою и прославляет тебя, что ты удовлетворяешь себе. Но он пойдет к роду отцов своих, который никогда не увидит света. Человек, который чести и неразумен, подобен животным, которые погибают. Слава.
«Очисти меня грешного, ибо я никогда не делал ничего доброго перед Тобой, избавь меня от зла. Да пусть будет во мне Твоя воля. Дай мне, не подвергаясь осуждению, открыть мне недостойного уста, восхвалить святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Восстав от сна, я посреди ночи приношу песнь, спаси, припадая к стопам Твоим, взываю к Тебе. Не дай мне уснуть греховной смерти, но жалься надо мною добровольно распявшийся. Скоро подними меня беспечно лежащего и спаси меня стоящего пред Тобою на молитве. И после сна ночного пошли мне ясный безгреховный день, Христе Божий, спаси меня. Владыка, человеколюбчив, встав после сна, я спешу к Тебе. И по милосердию Твоему принимаю за угодные Тебе дела. Я молюсь Тебе, помоги мне всегда и во всем, и избавь меня от всякого зла в мире, от дьявольского искушения, и спаси меня. И введи в царство Твое вечное, ибо Ты мой Творец, источник и податель всякого блага. На Тебя вся моя надежда, я возношу Тебе хвалу, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Господи, по обильной Твоей благости, по великому Твоему милосердию, Ты дал мне рабу Твоему прошедшее время этой ночи провести без напасти и всякого вражеского зла. Ты сам, Владыка, Творец всего сущего, достой мне при свете Твоей истины с просвещенным сердцем исполнять Твою волю, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержитель Божий, сил бесплотных и всякой плоти, на высотах небесных живущие, озирающие долы земные, наблюдающие сердца и помыслы, ясно ведающие тайны человеческие, безначальный, вечный и неизменный свет, который не оставляет затененного места на своем пути. Ты сам, бессмертный Царь, прими моление наше, которое мы в настоящее время, надеясь на обилие сострадания Твоего, творим Тебе из нечистых уст и прости нам прегрешения наши. Совершенные нами делом, словом, мыслью, вольной и невольной, очисти нас от всякой нечистоты плоти и духа. И даруй нам с бодрствующим сердцем и трезвенную мыслью прожить всю ночь здешней земной жизни в ожидании наступления светлого и славного дня второго пришествия единородного Твоего Сына, Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, когда общий судья придется славу воздать каждому по делам Его, да найдет он нас не лежащими и сонными, но бодрствующими и восставшими среди исполнения заповедей Его. И готовыми войти с Ним в радости, божественный чертог славы Его, где непрестанные голоса торжествующих и невыразимая радость видящих несказанную красоту лица Твоего. Ибо Ты – истинный свет, просвещающий, освещающий мир. Тебя воспевает все творение, веки вечные. Аминь. Святый ангел, поставленный блести мою бедную душу и несчастную жизнь, не оставь меня грешного. И не отступи от меня за невоздержанность мою, не дай возможности злому демону подчинить меня себе посредством этого смертного тела. Возьми крепко несчастно опустившуюся мою руку, выведи меня на путь спасения. О, святой ангел Божий, хранитель и покровитель бедной моей души и тела, прости мне все, чем я оскорбил тебя во все дни моей жизни. Если я чем согрешил в прошедшую ночь, защити меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом. И молись за меня ко Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе своем и содел меня рабом, достойным своей милости. Аминь. Пресвятая Владычица, Мама Богородица, святыми Твоими и всесильными мольбами, отгони от меня, ничтожного и несчастного раба Твоего, уныния, забвения, неразумия, нерадения и все скверные, лукавые, хульные помышления от несчастного моего сердца. И от помраченного ума моего погаси пламень страстей моих, ибо я нищий слаб. Избавь меня от многих губительных воспоминаний, намерений, освободи от всякого злого воздействия. Ибо Ты благословен от всех родов, Твое пречистое имя славится во веки веков. Аминь. Молите Бога о мне, святые угодники Божии.
усердно к вам прибегаем, как к скорым помощникам, молитвенникам о душах наших. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты между женами, благословен плод чрева твоего, ибо ты родила Спасителя души наших. Спаси, Господи, людей твоих, благослови принадлежащих тебе, помогая православным христианам побеждать врагов и сохраняя силы креста твоего, церковь твою. Спаси, Господи, и помилуй от самого духовного Игнатия, батюшку Иоакима, родителей, братьев, сестер, родственников, начальников, благодетелей всех ближних моих и друзей, всех православных христиан. Подай им твои земные и небесные блага, не лиши им милости твоих, посети их, укрепи. И силой твою даруй им здравие и спасение души, ибо ты благ и любишь людей. Аминь. Покой, Господи, души усопших рабов твоих, родителей, родственников, благодетелей, всех православных христиан. Прости им все грехи, вольные и невольные. Даруй им Царствие Небесное. Со святыми покой Христе, души рабов твоих, праотцев, отцов, братьев наших. Там, где нет ни болезни, ни печали, ни душевных страданий, но жизнь бесконечна. Воистину достойно прославлять Тебя, Богородицу, всегда блаженную и вполне непорочную. И Матерь Бога нашего, мы величаем Тебя, как истинную Богородицу, родившую без болезни Бога Слово, достойную большей участи, чем Херувим, и несравненно славнейшую, нежели Серафим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне, всегда и во веки веков. Аминь. Игнат Тихонович, молитесь. Молите Бога на святой угодники Божии, Игнатий Владимирович, ибо мы усердно к вам прибегаем, скорым помощникам, молитвенникам в душах наших. Благодарю Тебя, Господи, за прошедшую ночь. Мы входим в новый день и не знаем, что ожидает нас. Да будем под Твоей защитой и охраной. Спасибо, помилуй, самое духовное, родители, сродников, благодетели, митрополита Илариона, епископа Евтихия, Вениамина, Агафангела, Диамида, Тихона, Антония, священный Рея, Акима, Павла, Геннадия, Сергия, Сергия, Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Амбросия, Вадима, Зосимова, Андрея, диаконов Евгения, Александра, Михаила, Андрея, священников Максима, Владимира, Гонимова, и Глебу не дай погибнуть. Спаси и помилуй епископа Максима, Сергия, Кирилла, Бенедикта Франциска, Корнилия, Александра, Диодора, Тихона. И весь священнический и иноческий чин. И высшие истины служители, миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам. И нам дальше священник, если угодно тебе. Смири власти воинства, их наведи страх твой на них. И через здесь сотвори благое церкви Твоей, сохрани их от подкушения. Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Петра, Александра, Эрдогена, Амана. И даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет. Научи нас ценить это мирное время, приготовь землю к великим и грозным испытаниям, предсказанным и грядущим на Вселенную. Слава Тебе, Господи, за тихую мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить наши таланты, дарованные Тобою, и для всего пошли нам добрых помощников, наставников, советников. Благослови нас, Господи, и безгрешно прожить этот день. Спаси и помилуй нас, селение наше, от пожара, от воров, от нечистой силы живущих там. Андрея, Игоря, Игоря, Серафима, Владимира, обрати нас, ставь. Людмилу, Любовь, Владимира, Алексея, Иосифа, прищи добрых жителей с детьми и сохрани школу, как угодно тебе. Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Щада, их Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Левтину. Спаси и помилуй, расширь пределы общины, найди новые души, всех побуди на благовестие. Аллилуйя.
Спаси, помилуй, Надежду, Валентину, Евгения, Наталью, Ксению, Роману. Всем познакомились, кому возвестили слово истины, Михаила и Нину, Анну, Юрия, Сергея, 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 Александра, Александра, Александра. Всех и помилуй. Воздри на угрозы врагов, их поносительство и злобу, погаси их. И судный день не помяни им безумие их, но прости. И разрушь дьявольские замыслы и клеветы. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Воззри, Господи, на гнев и ярость врагов. Александра, Александра, Евгения, Виктора, Сергея, ты всех их знаешь. Посети наших благодетелей. Благослови, Господи, Елену, Людмилу, Евгения, Наталью, Неонилу, Надежду, Юрия, Светлану. Воздаем добром, Господи, и помилуй нас. Избави, Боже, от пьянства Павла, Михаила, Андрея, Владимира, Александра, Игоря. И на них все наше родство, Евдокию, Валентину, Ирину, Татьяну, Марфу, Нину, Ольгу, Елену, Марию и Татьяну. Даруй здравия болящим. Посвяти Валерия, Илариона, Кирилла, Владимира, Неонилу, Александру, Александру, Анну, Надежду. Спаси их и помилуй. Это наше сокровище в интернете. И книги здесь, и в пути сохранить для пользы многих людей и трудящихся. Дмитрия, Виктора, Сергея, Сергея, Андрея, Андрея, Валентина. И всех помогающих. И через эти труды найди новые души, Господи. Путешествующих Раиса, Льва, Виктора, Виталия, спаси и помилуй, от Романа изгони духа лжи, Никите, Виталию, дары духовное рождение и жизнь во Христе. Посвяти патриарха, епископа, священников и даруй водительство Духом Святым рождения свыше всего. Слава Тебе, Господи, за прошедшую ночь. За вразумление уже и в этом дне. Слава Тебе. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе, наш Бог и Иегова, Авва, Отче. Свят, свят, свят Господь Саваоф. Вся земля полна славы Его, аллилуйя. Слава Вышних Богу, на земле мир, в человеках благоволение. Благодарю Тебя, Господи, за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобой и ожидание суда Божия. Благодарю за тот день, в который дал мне в руки Святую Библию, указал на толкование святых отцов на канон. Аллилуйя! Пресвятая Госпожа Богородица, Пресная Дева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами своими. Господи, воздай добром всем помогавшим нам в путешествии, Павла, Зинаиду, Владимир, Людмилу, Надежду, благослови их. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного.
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Слава Тебе, наш Бог и Иегова, Авва Отче. Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его, аллилуйя. Слава Вышних Богу, на земле мир, в человеках благоволение. Хвала Тебе, наш Господь. Ангел Христов, хранитель мой святой, моли Бога о мне грешим. Благодарю Тебя, мой ангел, сколько лет Ты хранил, защищал от видимых и невидимых и смертельных опасностей. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Иоанн Креститель, Предтеча Христов, моли Бога о нас. Мужчина, житель в бедности, имея пропитание, одежду, быть благочестивым и довольным, и каждому дарую жилье Сергею и Гавриилу. Благослови, Господи, новороженицу Викторию. Помилуй, Господи, помилуй. И дитяти даруй здравия. Укрепи нас, Господи, дабы не страшиться ни царей, ни начальствующих, и не участвовать в бесплодных делах тьмы, но и обличать. Аллилуйя. Святитель Христов Никола, Мирликийский Чудотворец, моли Бога о нас. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Молите Бога на святые пророки Божии, Илья, Елисей, Нох, Моисей, Самуил, Аарон, Иоавель, Ной, Иосиф, Патриархи, Ездра, Неемия, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Иезекииль, Иосия, Иаиль, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Даниил, Отрохи, Пророк, Михея, Авраам, Исаак, Иаков. Да исполнит Господь Духом пророческим церковь свою, дабы день прихода того нашего отшествия не застал нас не готовым, но что вышли навстречу Тебе, Господи, с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными лея добрых дел, соделанных в Духе Святом с любовью. Аллилуйя! Руководи нами, Господи, исправь, дабы были мы похожи на образ Твой. Мужчина исполнять с радостью заповеди и чувствовать, когда нарушаем. Молите Бога о нас, святые ангелы, архангелы, херувимы, серафимы, все небесные силы. Святые апостолы Петр и Павел, евангелисты Матфей, Марк, Лука и Иоанн. Господи, Господи. Спаси нас и помилуй, даруй жажду исследовать Священное Писание, ибо мы через них думаем о жизнь вечную, а не свидетельствуют о Тебе. Молите Бога о нас, святые мученики, мученицы. Игнатий Богоносец, Поликарп, Смирский, Юстин, Философ, Космай, Дамиян, Андрей, Стратиар, Ирон, мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфимник, Медийский, Георгий, Победоносец, Пантелей, Иман, 40 святых мучеников. Царь Николай, Святое Царское Семейство, Владимир, Ленамин, Иосиф, Борис и Глеб. Молите Бога о нас. Помилуй нас, Господи, помилуй нас. Да укрепит Господь народ свой, дабы никто не принял начертания зверя, Анфиму, Вениамину, дай веру, устраши родителей за такое ложное воспитание. Молите Бога на святые отцы Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний Макарий, Макарий, Антоний Феодосий, Корнилий, Иов, Сергий Радонежский, Степан Пермский, Серафим Саровский, Иоанн Тобольский, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Шанхайский, Кирилл Мефодий, Иннокентий, Николай Макарий, Алтайский, Филарет и все переводчики Священного Писания. Молите Бога о нас. Святые жены и девы, Фёкла Первомученица, Фатина Самарянина, Фева Руония, Вера Надежда Любовь, Матерь София, Наталья Адриан, Варвара Екатерина Перепетова, Татьяна Ирина, Ольга Елена Нина. Дарует Господь справление, истребит непослушание,
Галина и семейство, и Евгения, Надежда, Надежда, Светлана, Мария, Раиса, Марина Юрьевна. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Да будет этот день днем благословения. Позволь, Господи, новым людям возвестись о Твоей великой любви. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Боже, милости будь мне грешному, создавший меня Господь, помилуй меня, бесчисленно согрешил, Господи, прости меня грешными, помилуй. И святые жены, и девы, молите Бога о нас, Патиннице, Дохлу, Первомученице, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Наталья, Адриан, Господи, побуди их всех заступиться. За непослушную жену, Ольгу, Господи. Слава Тебе. И прими нашу молитву воздяния рук, как жертву вечернюю, благоухание приятно перед престолом благодати Твоей да будут. Услыши, Господи, молитву всех молящихся на Твое благо нам, и соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Услыши, Боже, исполни нашу молитву о всех, заповедавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй. Аллилуйя. Говори, Господи, Владыка, слушай Ты, да слышит раб Твой. И благослови, Господи, болящего брата Игоря, и даруй добрых врачей ему. И нас помилуй, Владыка, благослови. И труд наш да не будет напрасен, найди новые души. Аллилуйя. Аминь. Господи, доброе Владыка. Утро. Давай, Господи, Владыка живота моего. Дух праздности, уныния, любоначалия, празднословия и серебролюбия не дашь мне. Дух же целомудрия, смиренно мудрия, терпения и любви даруй мне рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, даруй мне зреть и моя прегрешение, еже не осуждать и брата моего. Яко благословен еси во веки веков. Аминь. Боже, очисти меня грешным, помилуй меня. Господи, хвала Тебе и слава за все Твои милости, щедроты и долготерпение ко мне грешному. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих, изгладь беззаконие мои. Господи, слава Тебе за свет нового дня, что Ты нас сохранил и помиловал. Слава Тебе, Господи, хвала. Прости, помилуй и благослови. Господи, Владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия, празднословия, сребролюбия, не дашь мне. Душа целомудрия, смиренно мудрия, терпение и любви даруй мне рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, даруй мне зреть моя прегрешение, чтобы не осуждать брата моего, ибо Ты благословен во веки веков. Аминь. Слава Тебе, Христе Божий наш, и найди новые души. Тимофея, Тимофея, Мартина, Германа, Александра. Этого Алексея найди. Симона. Леонтия. Хвала Тебе, наш Спаситель.
Благодарим Тебя за милости Твои, долготерпение. Аллилуйя, аминь. Доброе утро. Так. Доброе утро. Ну что, у кого, может, еще возникли вопросы какие? Ни у кого еще нету. Спаси Христос, Игнатий Тихонович. Есть такой вопрос у меня. Ну, давай. Я недавно беседовал с одним товарищем с Винницы, который был знаком с Сергеем Козловым. Но суть не в этом. Я ему рассказал о том, что у нас в Угидаре есть подразделение ПЦУ, Православная Церковь Украины. И что я туда после службы, поскольку они начинаются богослужения позже наши, прихожу и вместе с ними, получается, молюсь. И вот он мне говорит, что согласно 33-го канона Тульского собора, моление с еретиками и отщепенцами, ну, раскольниками, категорически запрещено. Я ему ответил, что после того, как ПЦУ получила правдами или неправдами, но Томас от Цельского патриарха Варфоломея, при всем нашем критическом отношении к нему, то вопрос о том, что ПЦУ раскольники сняты. Но тем не менее, все-таки известна наша позиция, позиция нашей церкви РПЦ по отношению к патриарху Варфоломею, ну и косвенно к ПЦУ Украины. И вот как бы вы прокомментировали ту ситуацию, когда из числа раскольников Киевского патриархата и автокефальной церкви Украины, тоже не относящейся к канонической, была создана новая организация религиозная, Православная Церковь Украины, и она обрела статус канонической, согласно Томасу патриарха Варфоломея. А что тут комментировать? Нас это не касается, нас нету. Молиться – это значит соглашаться, не просто молиться, стоять рядом. Пророк Илья молился рядом с жрецами Ваалы, и однако это не отвратило Господа. А после молитвы Господь показал дивное дело, когда огонь не спал с неба, значит, Господь от него не отвернулся. Значит, о чем речь идет? Что у них есть еретическое? А они, раскольники, я из-под этого ярма еще и не выходил никогда. Люди знают, не знают ничего, псевдоправославные там, ну, всякие, он другой, это не может. Он вокруг моей колокольни бегает и лает, говорит, а гавкает, а у него ничего нету, совершенно. Он совершенно пустой, и поэтому он имеет возможность как-то себя проявить, как говорится. Настало время. А если бы в этот момент бы меня здесь не было, он бы где-то дома, там жену, может, колотил бы, еще что-то делал. А так он на мне задействован, и он в другом месте уже не может делать зло. Вот в этом уже благо. Вот я говорю, за сколько тут приехали, уже теперь месяцев за 8. Мне пришлось заблокировать, как говорят, забанить, примерно 7500 человек. Это явно люди, которые не туда забрели. Ругаются. А зачем он нужен? Он неправильно рассуждать не может. Пусть он в другом месте будет. И здесь так же. Не так он делает, этот Томас. Никто этого слова-то не знал. Томас. Все это человеческое. За собой они не знают и не видят. Варфоломей. Да он от Папы Римского не вылазит. Там и спит, наверное. И они кого-то будут судить. Я раньше отвечал вот о Филарете. Я ни разу нигде не сказал, что Филарет Денисенко, ну, как о нем там говорят, анафеме и прочее. Ну, вы знаете это. Ну, знаем. Ну, какой? Я к нему не пошел бы. Я бы не стал его еретиком считать, потому что мне это не дано. Ну, поступать, как он, я бы не стал принимать это. Его тут же рукополагали, тут же он поднялся. Это же не чужая организация для него была. Организация, видишь, как придумали. Московская патриархия это.
Ну вот, поднялся, а теперь признали. Признали, но меня абсолютно никак не касается. Даже живи я на Украине. Я бы ходил в храмы Московского патриархата, и на этом все. Это такое дело, они как, отлучают. Ну, сейчас отца Владимира Головина с Болгар. Это недалеко от Казани. Ну, отлучили, ну, а дальше-то что? Они должны показать мне с печатью Божьей. Потому что если ключи Царства Небесное дал Петру, понимать там по-своему надо, то написано «видит Агнца Божия, у которого ключи смерти и ада». Вот еще ключи какие. То есть туда дверь может открыть только сам Господь. Человеку не дано это. Это говорится и в Писании 1 Коринфянам 4:5. В других местах. Никак не судите прежде времени, доколе не придет Господь и не осветит сокрытое во мраке. И тогда похвала будет каждому из вас. Но как их судить? За что? И кто мне дал право? Никогда. Ну, враг, это я поднялся, явно дело, против символа веры. Тут я назову своими именами. Тут меч изножен. А так, вот мы были у баптистов. Помолиться нельзя. Но они не баптисты, а там дальше еще ушли. Но сделали общее такое моление. Многих людей арестовали, там убили. Помолиться за них. Но я был не один с человеком. Мы вышли в коридор и отвернулись в другую сторону. Те молятся на запад, мы на восток. И все на этом. А почему не стали? Да и вы еретики, с вами нельзя молиться. Мы отдельно помолились. Ну, это их комната, все их. Так потом еще, сколько бывает, звонят, благодарят, что на это глаза открылись. Вот предупреждают, и там категорически, ну ничего там категорического-то и нету. Это означает, перешел к еретикам. Это если принимать все, у них, где говорят аминь, надо думать, о чем речь идет. Аминь это все, означает да будет, уже печать стоит, мы молимся, да будет. И вот они все это сделали под аминь, подвели, а теперь снимают. Ну что, немецкая какая-то бабка лучше нас или хуже верит? А теперь, что там на небе утверждается? То, что они делают, принять, развенчать. Ключи ада и смерти находятся у Господа. Он никому их не дал, и поэтому решать ада и смерти, по крайней мере, туда людей сталкивает, это не дано. А раз не дано, значит, человека ничего и нет, он хватается за несуществующую должность экзекутора. Палачом пышет быть. У меня сколько было всего в жизни-то, не рассказать ничего. Больше всех, кто знает Сергея Евтушенко, он занимается с моими материалами. Прекрасно все делает так. Надо надеяться на Бога. А на Бога надеяться может человек, который отвергся себя. На Бога. Вот как Богу угодно. А как угодно? Не знаю. Ну, а что тогда молитесь? Ну, молюсь, чтобы воля была его. На воле-то, знаете, не знаю. Я по событиям буду смотреть, где и как подставлять ноги. Куда Бог толкнет, куда забросит. Заброшу тебя, как меч, говорит, в чужую страну. Не дай Бог, конечно. Но мне пришлось быть отделенным от дома. Ни связи никакой нету, ничего. Так что сами там смотрите, нужда есть у вас к ним лезть или нет. А то подняли вопрос, там на Украине ребенка не покрестили. Ну, что это дает? Сначала разобрать надо. Ну, надо крестить. Ну, надо крестить, надо. Но не делать из этого особое учение какое-то. Ты если сказал крестить надо, ты не забывай. Ты должен учить его день и ночь. А тут так, помочили голову, заплатил деньги, но довольные. Богу нашему слава. Аминь. Я осторожно к этому подхожу.
осторожно, потому что не сказал, говорит, дома сидеть не знайка, а знайку по судам таскают. Если я его не знаю, то и еще нет. Ну, примеряй к себе. Вот обо мне, я гляжу, которые там бывают, ролики делают. Они ни разу не встречались, они ничего не знают. Еще сказать, Бога благодарить только. Главное, что в это время они не делают зла нигде. Дальше попали под мои клещи. Я непрерывно начинаю о них молиться. И там все, Бог говорит, все поезда под откос пошли. Все, земля встрепенулась. Задрожало, и все вышло. Я свое слово сказал и по книгам, и в интернете. Я ничего не могу изменить, потому что перепроверка стократная показала, что это единственно верный путь. Вот так. Еще что? Спасибо, Христос. Слава Христу, да. Ну, есть вопрос или нет, а то я уйду от вас. Все, значит...